Дорогие наши друзья, сегодня, к сожалению, к нам пришла очередная трагическая новость о нашем любимом российском певце Алексее Кортневе. Многие до сих пор слушают его песни и ходят на его концерте. Эта новость сообщает, что сегодня рано утром, прямо с концерта, где выступал Алексей Кортнев, его на скорой помощи доставили в одну из больниц города. Как говорят очевидцы, он пел песню, в один момент ему стало плохо, и он упал прямо на сцене. Концерт был приостановлен, вызвали медиков, которые дежурили на концерте. Медики пытались ему оказать всяческую медицинскую помощь, после чего вызвали скорую. На данный момент Алексей Кортнев находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Ему оказывают помощь лучшие врачи больницы. Друзья и знакомые пока мало что знают об этой трагедии, поэтому не стали с нами разговаривать. Мы следим за жизнью Алексея Кортнева, мы и следим на данный момент за этой трагедией. Будем надеяться, друзья, что Алексея Кортнева все будет хорошо, и наши медики помогут ему. Давайте, друзья, поддержим нас, поддержим наш канал, подпишемся на нас, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас. Давайте поддержим всех, кто нас смотрит, дорогие друзья. Мы с вами не прощаемся, мы лишь говорим вам до скорых встреч на нашем YouTube-канале.